Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер 5 на странице 49 учебника математики для 3 класса автора Марун. Купили 5 ручек по цене сколько-то рублей. И 3 карандаша по цене сколько-то рублей. Сколько стоила эта покупка? Дополни условия и реши задачу. Давайте сначала дополним условия этой задачи. Купили 5 ручек по цене 20 рублей и 3 карандаша по цене 5 рублей. Сколько стоила эта покупка? Сначала мы узнаем, сколько стоимость 5 ручек. Каждая ручка стоит по 20 рублей. По 20 берем 5 раз. 20 умножить на 5 равно 100. Теперь узнаем стоимость карандашей. Каждый карандаш стоит по 5 рублей. По 5 взяли 3 раза. 5 умножить на 3 равно 15. 100 плюс 15 равно 115. 115 рублей стоила эта покупка. Записываем слово-ответ, ставим 2 точки и пишем 115 рублей. Точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.